Баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы» стартовала в Саранске в Суперлиге чемпионата России высшей лиги. Соперником наших баскетболистов стала команда-победитель прошлогоднего первенства «Рускон Мордовия». В первой половине матча ястребы не позволяли сопернику оторваться и боролись на равных. В последние 10 минутки команда из Саранска закидала наше кольцо трешками и оторвала в счете на 20 очков. В итоге ястребы проиграли 71-97. На второй матч наша команда вышла более собранной. По ходу встречи лидировали обе дружины. Но вновь в финале фортуна была на стороне хозяев. Итоговый счет 69-63 в пользу Рускон Мордовия. Чебоксарские ястребы возвращаются домой с двумя поражениями. Следующий тур команда вновь проведет на выезде. 24 и 25 октября ястребы сыграют в Энгельсе против баскетбольного клуба «Строитель».